Пациенты с бронхолегочной патологией будут поступать в новый госпиталь. Прием организовали на базе областной клинической больницы. Там установили необходимое современное оборудование и организовали провизорное и инфекционное отделение. Палаты нового медучреждения осмотрел аким области. Подробнее у Антона Александрова. Осмотреть, в каких условиях будут лечить больных COVID-19 и людей с бронхолегочной патологией, решил аким области. На базе областной клинической больницы открыли пульмопровизорный госпиталь на 350 коек. Так власти стараются увеличить количество мест для тяжелобольных пациентов. Здесь был недавно ремонт сделан, да, капитальный ремонт, полностью подготовленный, хорошо оснащен приемный покой для удобства пациентов, для удобства сотрудников. То есть это все здесь оснащено. Для инфекционных больных здесь предусмотрено 100 коек, 250 считаются пульмопровизорными. Также здесь имеется реанимационное отделение с аппаратами искусственной вентиляции легких, устройствами доставки жидкости в организм человека и другое необходимое современное оборудование. Также в здании установили компьютерный томограф, необходимый для обследования поступающих больных. Нам поступает пациент с бронхолегочной патологией. Мы их сразу же на уровне приема покоя решаем, если необходимо сделать компьютерную томографию. Проводим компьютерную томографию только тем пациентам, у которого уже стабильная сатурация, то есть насыщение крови кислородом. После чего мы им делаем компьютерную томографию, определяем процент поражения легочной ткани и после чего уже поднимаем пульмонологическое отделение. Все помещения этого госпиталя изолированы и оборудованы системой видеонаблюдения. Каждую смену здесь будут находиться по 20 врачей, 30 медсестер и санитаров. Работу инфекционного отделения доверили курировать военным медикам. Именно они пришли на помощь гражданским специалистам. Антон Александров, Рустам Бараев, Николай Шевелев, 5 канал.